Дамир Усманов не единственный ребенок в семье. У него 5 братьев и сестер. Отец умер, когда мальчику было всего 8. Именно в этот период он ослеп. Видимо, сказался стресс, говорят врачи. Диагноз – обострение фибринозно-пластического увита, осложненная катаракта. Лечились в Казани, в Уфимской клинике поставили имплантант. Зрение немного восстановилось. Мальчик стал различать день и ночь, видеть свет. О тех процедурах, через которые ему пришлось пройти, Дамир вспоминать не хочет. Уколы делали, глаза, капли. Плакал. Ну, он видит свет, различает цвета. Вот синий, синий, белый. Но это белый не очень, вот темный там. Вот когда он ночью выходит на улицу, он постоянно включает свет. И когда заходит, опять это уже выключается свет. Он без света никогда никуда не ходит. На специально настроенном для него телефоне Дамир заходит в интернет, общается с друзьями. Недавно нашел группу волонтеров, которые подсказали, такие операции на глаза делают в Израиле, Китае и Германии. Врачи немецкой клиники согласились помочь. Стоимость лечения – 1 600 000 рублей. Для семьи Усмановых сумма непосильная. Всех желающих помочь Дамир и его мама называют волшебниками. Верят, они исполнят заветную мечту молодого человека – завоевать первенство по гандболу. Благодаря тренеру по адаптационной физкультуре Дамир начал активно заниматься также теннисом и легкой атлетикой. Несколько раз привозил в район призовые места, медали и грамоты. Сначала маму хочу увидеть, потом учиться, сестер увидеть. А еще в мечтах молодого человека получить профессию, а главное – заглянуть в глаза мамы. Если вы желаете помочь Дамиру Усманову, можете позвонить по телефону, номер которого сейчас указан на экране. Ольга Морская, Лилия Латфулина, Фаиль Шихудинов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».